а главным за 60 секунд. Достраивать развязку до монтажников будет другой подрядчик. Запустить движение по всем съездам планируют до конца следующего года. После вступления в силу новых требований к автошколам жители 6 районов остались без учебных заведений. Теперь будущие водители вынуждены ездить в соседние муниципальные образования. Купить билет онлайн на междугородний автобус можно будет в скором времени. В области идет доработка мобильного приложения «Транспорт-72». Производственные итоги года подвели в Заводоуковском округе. Многие предприятия столкнулись с трудностями. Все надежды связывают с приходом новых инвесторов и уже прорабатывают стратегию развития. В Тюмени прошел розыгрыш призов в рамках информационной кампании «Итоги 2016». В течение нескольких недель тюменцы делились значимыми моментами уходящего года.